Постепенно мы, преодолевая всевозможные помехи, трудности и в особенности всевозможные тренировки, мы можем достичь такого состояния, когда мы действительно начнем ощущать, что находится в другом то, что любит он, что находится в другом то, что не любит он, без всякого отношения к себе. А как это без всякого отношения к себе? А вот здесь наука, как была, говорит, надо сделать еще некоторые исправления, некоторые дополнения, некоторую такую подготовку. Это означает, что я делаю на себя сокращение. Цимцум так называемый. И не включаю вообще в свои ощущения, в свое сердце, то есть, и в свой разум, в свои мысли, ничего того, что есть во мне. Приподнимаюсь над собой и становлюсь абсолютно нейтральным. Как будто меня лично не существует. А что существует? А существует только некто другой. И я вхожу в него. И ощущаю его. В нем самом, таким, как он ощущает самое себя. Вот тут-то и возникает у меня возможность подняться до уровня духовного сосуда, духовного сенсора, или кли, как говорится в Каббале.